Меня зовут Женя. Сегодня я хочу устроить для своей мамы сюрприз. Я приготовлю ей обед. Но я еще слишком маленькая и многое не умею. Ты поможешь мне? Если да, нажми кнопку «Вперед». Сначала нам надо сходить в магазин. Мама говорит, что все продукты должны быть правильные и полезные. Помоги мне их выбрать. Теперь можно начинать готовить обед. Только я не знаю, какие продукты нужны, чтобы приготовить борщ. Помоги мне! Готов. Теперь можно приступать к компоту. Как ты думаешь? Что нам понадобится? Спасибо тебе за помощь. Моя мама очень довольна. За это я открою тебе секрет. Сладости иногда тоже бывают полезны. Например, шоколад улучшает работу мозга. Только их можно кушать чуть-чуть.